Инновационный подход в подготовке специалистов. В Самаре состоялся финал ежегодной Олимпиады по информационной безопасности. Участие позволяет студентам получить независимую оценку навыков и знаний, а также способствует вовлеченности в профессиональное сообщество специалистов по защите информации. Возрастает количество атак на те или иные объекты инфраструктуры информационной, возрастает количество инцидентов, так или иначе связанных с попытками несанкционированного завладения той или иной информацией, поэтому специалисты в области информационной безопасности все более и более востребованы. Сначала состоялся отборочный этап Олимпиады. Он прошел онлайн, и в нем приняли участие 549 человек. Им предстояло продемонстрировать навыки в различных областях информбезопасности, связанных с поиском различных уязвимостей информационных систем. В следующий этап вышли 295 студентов, а в финал 25 участников из разных городов. Анастасия Федорова приехала в Самару из Челябинской области, где вместе со своими однокурсниками прошла отборочные туры. Поучаствовали некоторым составом, кто-то вышел в финал, кто-то не вышел. Было интересно попробовать себя в чем-то новом, попробовать себя не дома за компьютером, а в новых каких-то условиях, порешать задания интересные, получить какой-то опыт. Призеры финала получают не только дипломы и памятные подарки, но и возможность найти будущих работодателей. Победитель прежде всего получает возможность трудоустроиться в компании, потому что у нас сегодня представлено очень много индустриальных партнеров. Они все смотрят на наших ребят, которые принимают участие, и, естественно, подмечают и выбирают себе лучших, которые потом могут сделать свою карьеру профессиональную в сфере информационной безопасности. Олимпиада проводится в ВУЗе ежегодно для популяризации сферы профессиональной деятельности в сфере информбезопасности и направлена на отработку и независимую оценку практических навыков студентов по защите от кибератак. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.